Всем привет, друзья мои! С вами Алмазный Клеер. Клеер, здоровайся! Всем привет! Сегодня, ребята, мы с Клеером поиграем в игру Dead by Daylight. И сначала он будет маньяком, а я выжившим, а потом наоборот. Задача выживших в этой игре деактивировать генераторы, чтобы открыть потом дверь. Задача маньяка — не дать сделать это выжившему и убить его. Все очень просто. Поехали! Рейки! Сети, гоу. Так, все, ребята, мы с Клеером поменялись ролями. Поехали. А я где? Ты стоишь. Мы еще не появились. А че я тебя не вижу? Так, с ребята, я появился. А я? Нет. Так что, Алмазный, извини, я еще не появился. Ты где? О, я колокольчик нашел. Вот гаджи. Где он? Кто видит Алмазного? Давайте, говорите быстрее. Кстати, я знаю, где находятся генераторы. Вот гад. Так ты-то тоже знаешь. Нет. Да. А, не, ну когда ты за маньяка играл, ты знал, где генераторы. Так они все время по-разному. Нет, они у тебя подсвечиваются за маньяка. За маньяка, да, за героя-то нет. Ну, за героя нет. Кстати, у нас сейчас драка. Ах ты ж козёл. Ты уже за ними бегаешь, значит, да? Нет, я даже не знаю, где они. Ага. Ты думаешь, я взрыв не видел? Бежал. Думаю, нет. Так. Где бы мог быть Клевер? А я сам не знаю, где я могу быть. Не, а ты сейчас где? Я в игре в какой-то. В жутко страшной игре. Да. Нет, ты скажи, ты на кукурузном поле, нет? А я не знаю, как она называется. Кто она? Что это такое? Не знаю, какая-то фигня. Вот я же чувствую, что ты где-то рядом бегаешь. Прям где-то рядом. Я сам в шоке. Стоп! В смысле, ты уже два генератора обезвредил? Нет. Надо. Чё, блин? Каким образом? Надо два всего. Нет, осталось два. Надо четыре. Это если бы все были люди. Тогда а ладно. Вдвоем два генератора надо. Ну тут и ладно. Ну тут их, если что, всего четыре, да, на карте? А я не знаю. Почему-то, когда вдвоем играешь, надо два генератора. Довести-то. Ой, а кто это у нас тут такой? Блядь! Иди в жопу! Да. Надо же. Ты да, иди. Иди пописывай. Время бегать, Клевер. Быстрее беги. Ну ты чуть. Давай. Сейчас пока перешагну. Да. Так, побежал. Ты чё опять спрятался? Ты где? А я не знаю. Быстро говори. Нет. Не, что тут сидит? Генератор обезвреживает, да? Ты как нашел его? А я слышу, что такой звук генератор. Так его же не слышно. А я рядом был. Ох ты хитрожопый. Опа, я кого-то нашел. Беги, говно! Беги! Бляся! В огонь! Ух ты! Вон скотина замахнулся! Беги! Давай! Опять убежал. Ага! Не убежал еще! Беги! Опа! Давай! Сюда! Ого! Слышь, я нашел дерево!
у которого корова распята и свиные туши кверх башкой висят. Прикольно. И что делать? Не знаю, страшно. А я, кажется, кого-то нашел. Где ты? Я сам не знаю. Я ж там только что был. Козёл завёл генератор. Уф. Как это получилось? Тебе тогда повезло, тебе-то маленькая карта выпала, а мне здоровая. Тихо, я слушаю звуки. Сука! Так в смысле, я там только что пробегал? Ты чё прям за моей спиной это крысишь? Задолбал, всё. Беги. За 5 невидимости шёл, что ли? Нет, из невидимости вышел. Как тебе не стыдно-то? Не знаю где. Дай шанс человеку. А ты мне дал шанс? Я за тебя ждал, пока ты заведешь. Сколько? Нисколько, ты мне не ждал. Ты по жизни находился за моей спиной. Нет. Мама! Я почти завел! Иди, вылезай! Беги, Форест! Где ты? Быстрее! Быстрее! Беги! 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 Где ты? Где я? Беги! Быстрее! Да ты чё такой быстрый? Я-то когда за маньяка играю, у меня лагает, блин. Тихо ты! Удрал, скотина. Я не могу удрать! Слушай, мне показывает, что ты этот генератор бомбанул, а тебя тут и не было. Поди а рядом какие? С тем си... Какие? Которые где дерево. Какое дерево? С трупами свиными. Я не видел. Не видел, да? А вот и нашелся наш голубчик. Сюда иди. Алмаз, да отстань, а? Дай человеку убежать. Не дам, ты мне не дал шансу. Ой, где он? Мама, быстрее. Быстрее, беги. Мне кажется, на верном пути. Только я тебя не слышу. Почему? Странно. Где же стук твоего сердца? Так у тебя же должно сердце биться. Нет, оно у тебя должно биться, а у меня музыка должна. В смысле, так этот генератор у меня даже не подсвечен был. Это как так? Погоди, а где тут генератор? Ты что, ловушку на меня натравил? Я не знаю, про что ты говоришь. Стой, стой! Слышь, тут сундук рядом с генератором. И? А знаешь, где дерево, где тут еще в домике сундук? Я в инвиз войду, я тебя не буду убивать. Иди открой себе сундук. Я открыл. Нет, он вот он стоит, закрытый. Короче, вот знаешь, где тут постройки, где этот самый, кто он? А где еще тот генератор, где тебя чуть не поймал? Нет, не знаю. Вот там этот сундук рядом с деревом стоит. Иди, что? Забери. Нет. Да я тебя не буду убивать, честно. Нет.
Ты надурить меня хочешь? Нет, я бы тебя не убил. Ага. Знаешь, что из этого сундука может вещь выпасть, я бы не сделал. Я не могу понять, где ты? Я все три генератора оббегаю, тебя нету тут. А зачем ты их оббегаешь-то? Чтобы тебя найти. Так а я не возле генератора. Так я тебя возле генератора жду. А зачем ждать-то? Чтобы убить. Ох ты, какой хитрый. Ты где? Вот гад. Бери! Нашелся, сын. Да беги ты! Ну! Куда ж ты? Ну! Да куда ж ты побежал-то опять? Беги! Свинка, где ты? Поросёночек! Помнишь Outlast? Нет. Помнишь поросёночка? Нет. Так вот, где ты, поросёночек? Где я? Поросёночек, ты где? Да я сам не знаю пока. Не, Клер задрот. Нет. Да. Не спорьте. Я тебя не огрел-то! Погоди! Беги! Беги, говно! Беги, беги! 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 Куда мимо? Стоять, жилеточка! Беги! Беги, беги, беги! Беги! Бежал! Время прятаться! Время появляться. Нет, не угадал. Я тут нет. Обратно время прятаться. Че пристал-то? А? Я тебе не дам покоя. Где ты, свинка моя маленькая? Поросёночек. Иди, попиться сходи. Пожалуйста. Нет, ты не можешь пойти к другому генератору. Ты только возле этого можешь быть 100%. Почему? Оп, пенёнок! Ты как нашёл меня? Подожди, а что у меня зависло? Стой, я пошевелиться не могу. Я тебя держу, потому что... Погоди, стой. Давай, давай, куда? Подожди, я тебя даже сбросить не могу, я пошевелиться не могу. Слышь? Да. Да стой, не дёргайся, я тебя никуда не могу увести даже. Да ты обманываешь. Да серьёзно, ты ничего не видишь, что я на месте стою. Я тебя даже сбросить с плеча не могу, нажимаю R, ты не сбрасываешься. А чё ты меня не бросаешь? Так я не могу тебя выбросить. Он не выбрасывается. Ну ладно, я тогда буду заводить дальше. Так в смысле, ты меня на плечи сидишь? Я знаю. Я только вижу, как ты жопа дёргаешься. Ты чё, зависла что ли? Я не знаю, я пошевелиться даже не могу. Генератор двигается, туман есть, вороны двигаются. Ты двигаешься. Я тупо не могу не пошевелиться. Не, ничего не работает, слышь. Так, ребята, мы тогда на этом с Клером будем заканчивать. У нас игра зависла. А, не пошевелиться ни я, ни он не можем. Ничего не происходит. Вот. Я не знаю, с чем это связано.
Я Клера поймал, донести не смог. Вот. Я держусь. Ага. Ну что ж, а на этом пока все, друзья мои. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Клера. Вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал Твиче. С вами Алмазный Клер. До новых встреч на канал Клер. Скажи пока. Всем пока. Отпусти меня. Отпусти меня. Всем пока.